Достав новый упакованный аккумулятор, распакуйте его и осмотрите. Подготовьте разборную доску и инструменты для разбора. Затем можно приступить к обновлению аккумулятора. Прежде чем начать, разрядите батарею iPhone ниже 25% и выключите его. Левая сторона является областью аккумулятора. Правая сторона является областью материнской платы телефона. Данное место является местом соединения шлейфов и проводов экрана. К данному месту надо относиться с особым вниманием. Во время разбора данного места, пожалуйста, будьте предельно осторожны. Не надо применять чрезмерную силу. Это может повредить шлейфы экрана. Для начала нам нужно отвинтить два винта на хвостовой части телефона, возле разъема для зарядки. Нужно использовать пятиугольную отвертку. Отвинченные винты положите в соответствии с их расположением в телефоне на разборной доске. Затем мы, используя присоску, прикрепляем ее к нижней левой части экрана телефона. Затем левой рукой аккуратно поднимаем экран для отделения экрана от корпуса телефона. После этого, используя треугольную пластинку, мы с обеих сторон аккуратно вскрываем телефон. Левой рукой мы держим телефон, а правой рукой аккуратно открываем экран. Пожалуйста, обратите внимание, градус между экраном и корпусом телефона не может превышать 90 градусов. Открыв экран, нам первым делом нужно включить питание. Для этого нам необходимо отвинтить два винта на защитной заслонке аккумулятора. Длина двух винтов отличается, обратите на это внимание. Удаленные винты и защитную заслонку расположите на разборной доске в соответствии с их местоположением в телефоне. Далее мы с помощью монтажной лопатки отсоединяем шлейфы аккумулятора. Затем мы начинаем вскрывать защитную заслонку шлейфов экрана. Данные винты имеют разную длину. Расположите их на разборной доске в соответствии с их местоположением в телефоне. Затем мы снова используем монтажную лопатку для отсоединения шлейфов экрана. Отсоединив экран, отложите его в сторону. Сначала в районе аккумулятора мы находим клейкую ленту. Затем мы, используя фен, нагреваем задний корпус в районе аккумулятора около 60 секунд. Далее мы начинаем удалять первую клейкую ленту. Левой рукой возьмите крепко телефон. Правой рукой, используя пинцет, сначала захватите клейкую ленту, после чего обмотайте ее на пинцет и начните тянуть наружу. Немного оттянув, снова намотайте клейкую ленту на пинцет.
Затем также нужно сделать с остальными клейкими лентами. Затем мы начинаем приклеивать новую клейкую ленту. Сначала удалите прозрачную защитную пленку. После этого наклейте двустороннюю клейкую ленту на тыльную сторону аккумулятора. Пожалуйста, обратите внимание, чтобы черная часть ленты осталась вне области аккумулятора. Приклеив ленту, мы проглаживаем ее пальцами для более верной фиксации с аккумулятором. После этого переворачиваем, срываем пластмассовую кромку пленки, затем наклеиваем ее на аккумуляторе. После этого снова переворачиваем. Обратите внимание на направление торчащих из аккумулятора краев клейкой ленты. Затем мы начинаем устанавливать аккумулятор. Сперва нам не надо вставлять аккумулятор на его место. Для начала нам нужно выровнять между собой шлейф аккумулятора и материнской платы. Выровняв, подключаем шлейф и вставляем аккумулятор на свое место, надавив на него. После установки проверяем, плотно ли он стоит. Сначала мы будем отсоединять шлейф аккумулятора, отключив питание. Мы приступим к следующим шагам. Мы подключаем верхние шлейфы экрана. Здесь в общем есть 4 шлейфа. Подключив все шлейфы, мы опускаем экран и пробуем включить телефон. Затем проверяем, правильно ли работает сенсорный экран. Затем делаем экстренный вызов и проверяем, правильно ли работает датчик приближения. Убедившись, что телефон функционирует нормально, мы начинаем ввинчивать внутренние винты. Сначала мы устанавливаем защитную заслонку экрана и ввинчиваем винты. Затем мы только приступаем к защитной заслонке аккумулятора. Также ввинчиваем винты. И последнее, мы начинаем устанавливать экран. Обратите внимание, устанавливая экран сверху, гнезда окантовки обязательно должны захватиться. Полный захват гарантирует, что между экраном и корпусом не будет щели. После захвата мы сначала устанавливаем одну сторону экрана, а после переходим к другой. После успешного закрытия экрана телефона мы вкручиваем два винта на хвостовой части телефона и снова проверяем все функции телефона. Функционал не имеет проблем. Мы успешно поменяли аккумулятор.